таинственную незнакомку подобрал Элковский мусоровоз вскоре после полуночи. Это фильм о коварном похищении... Иди к папочке. ...и подлом обмане. Я бы вспомнила, если бы у меня было трое детей. Четверо, дорогая. Это фильм о каторжных мучениях и хладнокровном тюремщике. Ты живешь в кошмаре, который начинается на рассвете. Это фильм о хрупкой женщине в грубом мире мужчин. Уже лучше? Я здесь чужая. Это самый смешной фильм о стокгольмском синдроме в истории кино. У нас всегда было так. С тобой всегда, как в первый раз. «За бортом». В пятницу, 25 августа, на канале ТВ-1000 Мегахит, в пакете «Viasat Premium».